Всем привет, хочу рассказать, как получить онлайн-приз в игре Street Fighter 5. Давай играть шпионов, пока ждем. Условия: нужно сыграть 30 онлайн-боев через режим ожидания. Для этого в главном меню нажимаете Options, выставляете, ставите да, ранговый матч или обычный матч, выбираете настройки оборудования, статус подключения, там любой, или PS4. Здесь ставите подтверждение, нажимаете принять. И ждете, пока вас ловят с противником. Итак, 30 раз. Если у кого-то приз после 30 раз не падает, заходите или в аркаду. Играйте в аркаде, пока вас не словят. Или испытание там режим выживания. После того, как или в аркаде, или выживание вас ловят, приз должен выпасть. У меня приз выпал именно так. Всем спасибо. Всем пока.